Жизнь и судьба – суть вещи разные. В августе 1914-го из старинного русского города Кинешмы уехал сын отца Михаила на Первую мировую войну. «Спаси, Господи, люди Твоя!» – такой во след ему была отцовская молитва. Сына звали Саша, Александр Михайлович Василевский. Природа наделила его редким даром – на ходу схватывать главное в запутанных военных вопросах и предвидеть, как будут развиваться боевые события. Вся жизнь его, от штабс-капитана царской армии до маршала Советского Союза, бесконечно тяжкий труд солдата и ответственность. И еще, кто знал Василевского близко, прибавлял к его качествам благородство и порядочность. Эти слова принадлежат Ивану Степановичу Коневу, одному из друзей его.